Пасхальную радость, прокатившуюся по всем школам России, подхватили учащиеся в Чебоксарах. На базе Чувашского государственного художественного музея состоялось торжественное открытие выставки работ участников 7-го межрегионального художественного конкурса «Праздник Пасхи». Праздничный концерт, подготовленный школьниками города Чебоксары, звучит для финалистов пасхального конкурса, организованного Чебоксарско-Чувашской епархией совместно с благотворительными фондами «Рождество и Милостивое», Министерством культуры и Республиканской дирекцией культурных программ. Торжество Воскресения Спасителя вдохновило на творческий подвиг многих художников самых разных возрастов. В финале конкурса приняло участие более 600 работ. Участники получили благословение лично от епископа Алатырского Стефана, викария Чебоксарской епархии. Победителям достались дипломы за подписью правящего архиерея митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, а также подарки и сладкие призы. Переживания организаторов и конкурсантов остались позади, уступая место основной теме задуманного мероприятия – светлой пасхальной радости.